Так, запись борт-журнал, короче, такая. Купил тормозной цилиндр задний. Посветлее. Зафиксирую, как он называется. АБС за 1000 рублей. Идет как аналог на Subaru Libera. Вот. Пока еще не поставил. Наверное, подойдет же. И купил стояночный тормоз. Этот тросик правый. Левый смазал, просто снял. А правый вот был порван. Вот, купил. Так, сперва с цилиндром. Такой цилиндрик. Длина одинаковая, так что я переживал, что длина будет не одинаковая. Какой-то заменитель мне прислали. Вот сейчас только забрал. Все нормально, подвески должен. Все нормально держится, бабушка. Вот. Сейчас YouTube не дает склеивать видео, так что быстренько запись журнал, просто без процедуры будет. Этот я еще тросик смазать надо. Да, я еще маслом сейчас его залью. Так. Включаем на 30. Головкой на 30 отворачиваем. Эту гайку я уже как бы сдернул ее, так что уже. Конусная гайка. Переноска безморковная. Вот цилиндрик. Колодки. Уже дохлые колодки. Еще по колодкам. Колодку попробую садаптировать. От Kia Picanto полностью поставить. Попробую. Но это потом видео сниму. Пока я сейчас сегодня тросик поставлю и хочу разобраться, у меня вот система абсорбации, или как назвать-то, блядь, система, вот три трубки идут, одна, короче, кончилась, трубка, буду ее, короче, менять, это трубки идут на... некий абсорбер, короче, эти трубки идут. На эту шнягу, короче. Два шланга идет на бензобак, и один шланг идет на воздушный фильтр. Вот. И одна трубка сдохла. Прогнила. Короче, купил трубку от Жигулей. Цена 60 рублей. Она 5 миллиметров. И купил трубку вот еще на 4 миллиметра.
по метражам продают ее. 150 рублей метр. Ну и пару шлангов купил на 3,8 миллиметра. Это, наверное, 6 миллиметров. Вот. Сейчас отпилю эту трубку, шлангом соединю. Шланг тоже отпилю. Вот. Такая запись бор-журнал. Это гайка, еще хотел сказать, а то забуду потом. Вот эта гайка закручивается с усилием 177 ньютон-метр. А потом откручивается на 30%. 30 градусов. Так пишут. Так, тросик крепится тут. И самое сложное это вот этот вот попасть. Там неудобно совсем. А, с гайкой идем даже. Тут тоже. Вот. Процесс снимать не буду, потому что под машиной неудобно. Просто запись, свой личный бор-журнал по этой машине. А тут и отстояночный проходит. Сюда по пробку ставил, ездил без него. Вот, пробку запихивал в бутылки. Сейчас поставлю. Ну а следующее видео попробую поставить от Kia Picanto колодки. Подойдут, не подойдут. Заказал колодки, пружинки, распорку. Вот. Потом сниму видео. То родные колодки что-то стоят почти 5000, что-то как-то за барабанный мне не улыбается. Немного он замовилил, там замовилил, все замовилил. Ну все.